У Уголовном управлении охраны здоровья Гомельского облвыконкама прокомментировали эпидемичную ситуацию в регионе. Уголовный вывод – зараз она находится под контролем. Медики Гомельской области сдолели взять ситуацию под контроль с первого выпадку завозу коронавирусной инфекции. Оперативно были выявлены все контакты хворого, что позволило оперативно их шпитализовать. А проша того, зараз в регионе денежная система, якая позволяет минимизовать рызыки. Эпидемиологическая ситуация в Гомельской области – контролируемая. В настоящее время в Гомельской области перераспределены потоки пациентов с целью минимизации возможности заражения пациентов коронавирусной инфекцией. В настоящее время на 6.00 учреждение здравоохранения Гомельской области находится 185 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В среднем приблизительно 80% пациентов из данной группы находятся в удовлетворительном состоянии. То есть без каких-либо клинических проявлений. В настоящее время учреждения здравоохранения Гомельской области и медицинские работники готовы и оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Хотелось бы, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех медицинских работников, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, поблагодарить Гомельский областной исполнительный комитет за удовлетворение тех нужд и потребностей здравоохранения, которые в данное время у нас возникают. Разом с тем, Уголовное управление охраны здоровья Гомельского облвыконкама звертает увагу на факты недобросумленных поводин некоторых представников недержавных сродков массовой информации и блогеров. С метой отримания любой информации об эпид-ситуации в регионе, яны перешкаджают работе медиков. Не звертают увагу на той факт, что пациентам потребна худкая допомога. Тем больше, что опроша коронавируса актуальными застаются иншие захворывания от цукрового диабета до гипертонии. Со временем общество в данной ситуации даст оценку всем тем, кто реально хотел помочь при организовать и обеспечить оказание медицинской помощи. И тем, которые пытались воспользоваться данной ситуацией и получить какие-то дивиденды или заработать лайки в интернете. Поэтому всех прошу, пожалуйста, если вы увидите, что кто-то отвлекает медицинских работников от оказания медицинской помощи, пожалуйста, остановите их.